Несколько лет назад я туи взяла и укрыла укрывным материалом. И у меня туи внутри, потому что там создался паровой эффект, и они у меня спрелись вот с юго-запада. И когда по весне мы открыли этот укрывной, увидели, что прямо желтые туи, было, конечно, очень жалко. Уж мы их и подкармливали, и я их расчесывала, и делала дождевание, поливала дождем. Но как-то все равно восстановились, и теперь у нас просто замечательные туи. И я поняла, что укрывной материал – это не панацея. И вот уже несколько лет подряд я закрываю старыми простынями, старым пододеяльником, сделаю тут три ноги и обматываю. И поэтому туи вот уже в течение нескольких лет, ну уже вот лет шесть, мы по поводу их рыжести ни разу не увидели. Прекрасные, красивые елочки, красивые пирамидки. И я довольна, и всем просто советую, укрывным материалом категорически нельзя закрывать. А какое-то старье всегда в доме найдется, и сохраните, и всем будет радостно. И туйки не будут страдать и болеть, и вам будет глазу приятно, что все зеленое и красивое.